25 числа мы по новой развернули Афипский госпиталь на 120 коек. Эпидемиологическая ситуация складывается таким образом, что эти койки нам нужны сейчас для того, чтобы людей с поражением легких, с кислородной недостаточностью можно было госпитализировать и оказывать им квалифицированную медицинскую помощь. На сегодняшний день наш госпиталь помогает городу Краснодару, Абинску. Также мы не отказываем и Славянску на Кубани, и Горячему Ключу. К большому сожалению, количество пациентов у нас растет. И у нас, и по краю. Поэтому такой госпиталь стал необходимым. После получения приказа, что такой госпиталь должен был развернуться, мы его развернули в течение 3 дней. Огромная благодарность медикам, которые согласились работать в нем в этих тяжелых условиях, летом, в костюмах. Работать очень тяжело. Но они, тем не менее, согласились и на сегодняшний день работают. Сейчас госпиталь заполнен наполовину, и пациенты продолжают поступать. Почему это стало возможно? Потому что эпидемия никуда не ушла, она находится среди нас. И единственный способ, чтобы защититься от нее, это привиться. Привиться и привить всех своих близких. Если основная масса людей привьется, то мы сможем победить эту заразу.